Камера наблюдения на индонезийском острове Суматра засняла начало извержения вулкана Синабунг. Во вторник утром вулкан выбросил столб пепла и клубы дыма на высоту около 5 километров. Информации о пострадавших не поступало. Власти призвали местных жителей не подходить к кратеру ближе, чем на 3 километра. Стратовулкан Синабунг спал более 4 столетий, но последние 10 лет его извержения происходят регулярно, приводя порой к человеческим жертвам. Последний раз вулкан извергался в августе прошлого года. Тогда столб пепла тоже поднялся на высоту 5 километров.